Всем привет, это гороскопы, я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Продолжится светлый фон, если вы представитель публичных профессий. Телец. Будьте осторожны, ваши мысли и мечты могут материализоваться. Близнецы. Вечером взлеты этого дня сменятся спокойствием. Рак. Приступите к реализации самых дерзких своих планов. Лев. Пора вспомнить о себе, не сдавайте завоеванных позиций. Дева. И нерасслабленность могут накрыть вас своим тяжелым покрывалом. Весы. Из-за повышенной привлекательности в этот день вы можете стать заносчивым. Скорпион. В любви вас ждет успех и яркие впечатления. Стрелец. Предайтесь размышлениям и спокойному течению жизни. Козерог. День благоприятен для самообразования и продвижения по пути учебы. Водолей. Для любви день неблагоприятен, будьте осторожны в этой сфере. Рыбы. Приняв выгодное предложение, вы скоро пожалеете о данном согласии. Это были гороскопы, и я Главицкая. До встречи!